Всем привет! Не обращайте внимания на мои волосы, они только из душа называются. Ну, ладно. Если сразу прошу прощения, если буду отвлекаться, у меня в комнате мой кот. Да. А видео будет называться «Я окончила третий курс» официально, так что, скажем так, наверное, следующее видео по институту это будет уже как прошла моя, скажем так, последняя в жизни сессия, это вот будет зимняя сессия, и написание диплома. Слава Богу. Я уже, кстати, к нему начала продвигаться, об этом тоже расскажу. То есть мы где-то вот, я сейчас не скажу четко день, когда мы вышли, но если не ошибаюсь, мы, по-моему, вышли две недели назад, по-моему, или две с половиной, ну, или три недели назад, где-то мы так вышли. Так, нет, перс, иди от класса, иди отсюда. То есть, я пришла сначала сдать долг еще по зимней сессии, там, и тут начинается другой фейл. Я прихожу, преподаватель говорит, давай, там, подожди 15 минут. Я жду, потом через 5 минут выходит он с кабинета и говорит, почему вы не заходите? Я говорю, так вы же сказали, 15 минут. Ну, заходите, то есть, он как бы, ну... Грубо чуть-чуть, как бы общался. Но я понимаю, я как бы подошла до этого, к этому, к декану, и сказала, вот такая ситуация, я не могу его найти, не написано, когда у него консультации. Помогите, пожалуйста. Видимо, она ему намекнула, что как бы притопай в институт, пожалуйста. Он притопал, ну и, соответственно, он злой из-за этого. То есть, лабораторную он у меня принял, отсек. Опа. Кот попросился просто выйти. Ему в туалет надо было. Ёб твою дивизию. А было все лучше с волосами. И... Я сдала, слава богу, лабораторный. И он говорит, идите за бегунками. То есть, кто не знает, бегунки даются, если вот ты не в срок сдал там тот или иной предмет. И когда уже, знаете, ведомость закрыта, и надо какой-то типа... Ну, бегунок — это вот бумажка, где написан предмет, и когда он был сдан. Ну и оценка. Стоит он 1 гривну, кстати. Не знаю, может, не у всех платная, конечно, но у нас 1 гривну он стоит. Спасибо, мама, что так громко. Прикол в том, что я пришла к нему где-то на 12, а бегунки выдаются только у нас к часу. Я подошла к Савчук, это наш это, деканша, и говорю, можно взять бегунки? Сейчас подождите до часа все-таки. Я думала, она мне выдаст, но нет. Я думала, что его даже не будет, он уйдет к часу. Но, слава богу, он остался. Я купила бегунок, пошла к нему, он поставил. Я пошла, отдала этот бегунок. И он поставил мне в зачетке. Мои законные 4 балла. И все, я ушла. С этим предметом я покончила с кем-то. Даже нет, да, там было 2 предмета. С этим предметом я тогда закончила. И потом понимаю, что, блин, мне остальное надо сдавать. Я понимаю, что остальное я сдаю. Буду отправлять в Google Class. Я все отправила в Google Class. И на следующий день моя преподавательница пишет про то, что, ну, как мне. Всем, кто состоит в Google классе в нашем, говорит, что как бы, я больше не принимаю лабораторные в Google классе. Приходите, сдавайте их вот в институте. А я пошла к Варусу, распечатала все лабораторные, которые мне нужны были по этим предметам. Она ведет у нас 2 предмета. Потратила на это 230 гривен, по-моему. Да. И все, как бы,
радость, я сдам, все нормально. И прихожу вот сегодня как раз к ней. И она говорит, я поставила тебя по одному предмету уже оценки. Я думаю, супер, нафига я печатала. И получилось, что по одному и по другому предмету у меня десятки. Там за модуля, за лабы, все. Как бы она мне поставила в зачетке, все нормально. То есть вот, могу показать даже. Да, кстати, когда-то кто-то удивлялся, что вот это зачетки. Да, у меня все удивились в семье, когда увидели эти зачетки. То есть вот. Вот это второе полугодие, это было первое полугодие. Во втором полугодии у меня были одни экзамены. Да. Кстати, кто-то когда-то просил показать, как вообще еще выглядит потом зачетка. Вот, то есть вот тут написано. Сейчас. Третий курс. Вот тут четвертый курс. Первое полугодие, второе полугодие. Но как такого второго полугодия в четвертом курсе нету. И дальше вот. Змена до перелику дисциплин, аттестации, экзамены, виробнича практика. Вот это как раз то, что у меня сейчас будет. Фактически уже с сегодняшнего дня начал. Выпускная работа. Я так понимаю, это диплом, скорее всего. И все, вот последний числец точек. А вот так вот выглядит первая страница. Но не будем на это фокусироваться. Кто-то когда-то попросил, я показала. Все. Также я сегодня вот все поставила зачет по двум предметам. Там поговорила с преподавателем по поводу практики. Это сейчас я тоже расскажу. И потом пошла к своему куратору. Это я класс-руководитель, скажем так. Типа в институте не класс-руководитель, а куратор группы. Она мне поставила тоже зачет, мне там надо было. И почему же я оказалась уже на шаг ближе к дипломированию? Потому что я договорилась уже с преподавателем насчет дипломирования. А договорилась я со своим куратором, она берет этих дипломников. И она сказала, вот до сентября, пожалуйста, подумай насчет темы. Я уже знаю, какую тему я хочу сделать. И, скорее всего, я даже не буду сейчас говорить, потому что, ну, я планирую на этой неделе встретиться с папой, так как он у меня программист, он, может, мне посоветует взять другую тему, взять эту тему, ну или... Короче, договоримся. И, скорее всего, я сделаю уже окончательное видео по поводу диплома, когда буду писать диплом, когда его напишу, или, скорее всего, даже когда его уже защищу. А, блин, защищу ли? Да, защищу. Так что, скорее всего, да. Я, наверное, не буду делать видео, вот какие-то там, как я готовлюсь к диплому, ну и все такое. То есть я лучше весь материал соберу сразу и расскажу. Потому что я думаю, будет интересно. Как программисты готовятся к дипломированию, какие темы можно взять, ну, по крайней мере, какую я возьму. Так что, да. Вот, договорилась, и по поводу теперь практики. Практику я буду проходить... Называется, кто бы вспомнил. А, блин. GMS сервис. Сейчас. Мама! А мама не слышит. Короче, я не помню. Вот. Как называется фирма? Правильно, по-моему, GMS сервис. По-моему, да. Вот. Сейчас я погуглить не могу, потому что снимаю на телефон. Но, да. Опять же, напишу, если там как правильно называется, ну, фирма, где я буду проходить практику, внизу, в описании. Фирма, это, скажем так, находится на левом берегу. Хрен знает где. Тоже, блин. То улицы тоже есть на С. Но опять же напишу это все. Так что, да. То есть, куратор этот, начальник, не начальник,
куратор, скажем так, моей практики, это тот препод, которого я, ну, уважаю, но я его побаивалась, честно. Не знаю почему. Поэтому, да. Я думала, все намного хуже будет, а оказалось нет. Он просто дал мне свою почту, дал свой телефон и сказал, что вот, пожалуйста, предоставьте мне, оказывается, есть. Это тоже тема практики. Предоставьте мне, пожалуйста, ну, темы практик, какие у вас есть варианты. И уже мы там с вами подберем какие. Так что да. Я сначала думала взять одну и ту же тему на диплом и на практику. Но потом поняла, что как бы практика не особо с той темой вяжется на данный момент. Поэтому, скорее всего, будет другая тема. Это будут язык про... У меня вариант пока что язык и программирование Delphi. Дальше это... Как-то Microsoft... DS... Quai... Как-то вот... Ну, тоже все это напишу внизу. Блин, у меня волосы еще влажные. Надо было их высушить. И вот так вот. То есть... На самом деле, я думала, будет хуже, когда заканчиваешь третий курс, и вот это все творится в стране, то, что сейчас. Я думала, будет хуже, а оказалось, нет. Так что, да. Если кто-то спросит, почему у тебя вот эти огоньки на фоне, потому что для меня это праздник. Я закончила этот третий курс, скажем так, вот побила все свои рекорды. Ёпперсете... У меня батарея заканчивается. Сейчас. Я надеюсь, он дотянется. Сейчас. Да, дотянулась, скорее всего. Ура, можно продолжать, то есть. Но на самом деле не было все так страшно. Я думаю, будет страшнее в следующем году, потому что я разговаривала с деканом, со своими, то есть то, что я слышала по новостям, скорее всего. Да, следующий учебный год тоже будет дистанционка. И это пипец. Итак, когда ты пишешь диплом, это... Ебать. Я расплескала квас, ну как без этого, ну вот. Да. А, кстати, по поводу фонариков, уже так не договорила. Почему, скажем так, побила рекорды? Потому что первый курс, так как я неопытная была, ну, все мы неопытные. Я закончила первый курс где-то в конце июня, в начале июля. Второй курс я тоже закончила в конце июня, то есть весь июнь я протянула. А вот, скажем так... Третий курс я вот закончила, какой сегодня, 22 число. 22 числа я закончила вот третий курс. Осталась только практика и все. Так что, да, я счастлива. Особенно мне больше понравилось это поздравление моего молодого человека. Он тоже за меня переживал. Он мне сегодня пишет, ну, какие планы на сегодня. Я говорю, да, вот еду в институт, сдавать там предметы, некоторые закрывать, ставить. Он говорит, ну, супер, удачи тебе, любимая. Там напишешь потом. Я же как освободилась, села в троллейбус, сразу ему написала, что вот, любимый, я сдала уже все. Он такой пишет, супер, поздравляю. И там вот такое сообщение о поздравлении мне отправил. Конечно, очень было приятно. Да. Кстати, мы с ним по поводу, вот, кто-то там даже писал, почему ты не снимаешь парня в видео. Во-первых, потому что он не был еще у меня в гостях, скажем так. У него не хватает на это времени. То есть, я надеюсь, сейчас будет больше времени, потому что до этого я училась. Это было сложно как-то даже дистанционкой. Он работает. Поэтому, да, было сложновато. Сейчас, надеюсь, будет лучше. Плюс он, скорее всего, летом возьмет отпуск. И может, мы чуть ли не каждый день видеться. Так что, думаю, да. И вот по поводу появления видео, он сказал, что пока он не хочет. Он не считает это серьезным чем-то, ну... Как бы это на данный момент мнение человека. Так что да. Но, думаю, я его уговорю. Да.
Я такая рада сегодня была просто. Позвонила папе, сказала об этом, он тоже был рад, поздравил. Мы сегодня с мамой и с бабушкой отпраздновали, тортик покушали. Бабушка мне подарила пироженки. Боже, счастье. А также дополнила это то, что мне наконец пришли маски. То есть вот почему я еще уже стала, так скажем так, менее нервозно относиться к карантину, потому что у меня маски пришли, да. Для меня это тоже такой стал подарочек. Ну и, кстати, вот кто-то мне когда-то писал, что а вот надо ли витамины какие-то принимать там во время сессии или чего-то. Вот. На данном, вот я принимала, скажем так, я не сильно, конечно, верю, что они прям 100% помогут, но если вот тут что-то сейчас прыгает, это шиншилла. Да. Вот, ну да, меня просили посоветовать, конечно, вот. Как бы вот я сейчас принимаю алфавит. Как бы, честно, особого я не поняла. Может, потому что мне еще, слава богу, чуть-чуть этот организм хороший, поэтому не заболела. Слава богу. Так что, ну, меня просили, опять же, я выполняю. Так что да. Я, ну, и как уже, наверное, было сказано ранее, что следующее мое видео по поводу института, это будет, скорее всего, про конец практики, то есть как это в конце все выглядит. Потому что на данный момент я знаю, что мне надо будет вести дневник практики и предоставить отчет практики. И, ну и также тут в зачетке тоже есть вот страничка с... Сейчас. Выробныча практика, по-моему. Да, выробныча практика. Получилось, что я единственная, скажем так, из своей группы иду по контракту. То есть, если остальные мои одногруппники идут по контракту, заключенному института, институт заключил с каким-то предприятием, то я иду на, скажем так, свое предприятие, так что я единственная. Да. Будем надеяться, все будет хорошо. Так что да, скорее всего, следующее будет видео, я уже даже расписала, это окончание практики, как это в итоге выглядит все. Последняя моя сессия, это будет зимняя сессия, и этот дипломирование, то есть я не знаю, ну, скорее всего, да, дипломирование, диплом я вставлю в одно видео, то есть я расскажу, как был написан диплом, что для этого надо, ну и все вот это все расскажу в одном видео, ну и как прошло дипломирование, соответственно. Кто-то мне когда-то написал, что да, ты закончишь дипломирование, а потом следующее видео на ютубе, это будет, ты выходишь замуж. Но пока нет. Я не готова буду в 21 год уже выходить замуж, честно. Вот. Перс игрался. Так что да, я, конечно, очень была рада сегодня, что вот я все закончила. Слава богу. Осталось только поставить два предмета еще, но преподавателей пока нету. Они сказали, в конце августа они будут. Ну и тогда уже все поставят. Так что ура! Я сегодня, кстати, видела с одногруппниками, которые еще ничего не сдали. Я не понимаю, как так можно, конечно, но как бы это на их совесть. Мой вам совет, сдавайте все вовремя. Потому что потом иначе будут проблемы. Учителя, ну, преподы не любят, когда вы сдаете очень поздно. Поэтому, да. Ну, мне повезло, скажем так. Но то, что вот это, дистанционка, это неудобная вещь, это все-таки правда. Да, так что. Это мое сейчас единственное спасение, класс. Да, кстати, большая просьба написать, какое видео вы хотите вообще видеть. То есть у меня вот есть, скажем так, идеи уже видео, но летом я хочу поснимать то, что вы мне предложите. Но, пожалуйста, адекватно давайте мне пишите. Да. И, кстати, кто-то мне задал вопрос. Вот. Тоже в Инстаграме. Ну, ты хочешь быстрее закончить сессию, ну, эту, сейчас, экзамены, чтобы поехать на море, но, к сожалению, нет. Я в этом году не еду на море. Причина не финансовая. Как бы у нас есть деньги поехать на море, но я не хочу, потому что
Обычно я езжу 2 недели с бабушкой, 2 недели с мамой потом еду. Я не хочу сейчас с бабушкой рисковать, я не хочу мамой рисковать, то есть, да. Для меня это сейчас больная тема, вот это смотреть новости, там, еще там про отдых, это, конечно, для меня кошмар. Поэтому да. Но это я отошла, конечно, от темы видео чуть-чуть, но как бы да. Наговорила уже тут на 20 минут, блин. Ну как бы ладно. Бывает. Так что обязательно пишите, какие темы видео вы бы хотели увидеть. Ну, я уже буду там смотреть. Если это нормально будет, то, что я смогу это реализовать, то да. Кто-то мне, кстати, там писал уже, снимай видео про новинки, какие-то косметики, а то, что ты иногда покупаешь. То есть, я не знаю, может, я и буду снимать. Я, может, кстати, введу эту рубрику вот за месяц что-то купила, допустим, и это буду показывать видео, то есть, и рассказывать свои впечатления. Так что, не знаю. Ну, подкидывайте свои идейки, буду рада услышать. Но и также мне поступила, скажем так, просьба снять видео про вот этот мой комод. Но особенно всех интересует по поводу вот этих красок, кисочек, которые я использую для рисования, ну, разукрашивания картин. Да, это вот все в этом ящике. И оно все упало. Молодец, Марина. То есть вот, я сейчас просто покажу, что да, тут лежат полотенца, еще что-то. Это, конечно, отошла тема, но все равно. Мне напишут ящик. А так вот, кстати, можно сделать. Ай, мои уши. Все тут. Вот так вот сидеть надо было. Я надеюсь, не сильно вам бьет в глаза. Я, кстати, думала без фонаря снимать, но все тут класс. Все остальное тоже хрохнулось. Вот так вот. То есть вот, но без фонаря это вот бы вот так вот выглядело. Жесть, правда? То есть, да. Так что. Сейчас отошла, конечно, тема, но все равно. Я хотела поделиться своей радостью, что я сдала сессию, наконец-то. Я официально закончила 3-й курс, я 4-й курсница. Ура! То есть, да. Я свободна. Ну, и, скорее всего, вот сразу предвещаю вопрос, а буду ли я с молодым человеком праздновать. Да, мы, скорее всего, в пятницу встретимся и отпразднуем. Но, скорее всего, празднование будет такой, знаете, серии студенческой. При том, что он не студент, он зарабатывает, но... Все равно, наверное, больше такой студенческой. И я сломала фонарь. А, нет, не сломала.